Итак, начинаем работу. Начинаем мы рисование ели, да вообще чего угодно, дерева, чтобы мы с вами не рисовали, с компоновки. Компоновка – это расположение предмета на листе бумаги. Крупно располагаем, ну, либо мелко, да, в данном случае крупно, нашу ель. Ну, прежде чем мы расположение сделаем, лучше поставить отрезки. Снизу оставляем побольше места для дерева. Ну, сверху вот так вот, можно даже поменьше. Вот такая вот будет у нас ель. И теперь уже овальчиком компонуем. Делаем. Как вы это сделаете? Похожая система, как с березой, ну или сосулька наоборот, да, стоячая. Показываем небольшую толщинку. Елочка стройная, у нее очень тонкий стволик. И пошли, пошли, пошли показывать этот самый стволик до самого верха. Если будет чуть-чуть кривовато, это даже будет интересно. Я специально делаю немножечко кривовато. Повторяем за мной. Дальше нам нужно закомпоновать ветки по ширине. Ну, где-то вот тут вот. Давайте составим треугольник. Вот такой вот, такую горизонтальную линию. И ведем к верхушечке. Идеально. Наконец-то. Теперь все хорошо. Продолжаем. Значит, ну, это какой-то глюк был. Обратите внимание, не ровное, а чуть-чуть с изгибом. Пошли у нас с вами веточки. Рыба, так называемая. Не сильно близко, не сильно далеко друг от друга. Примерно постарайтесь соблюсти такое расстояние. После этого делаем толщиночки. Но прежде чем сделать толщинки, у нас же с вами ветки не только по краям, но правильно должна быть взаимозакрываемость. Так вот, по поводу этой взаимозакрываемости нам и нужно с вами поработать. Ну, например, вот тут вот найдите какую-то ветку, с которой будет проще это сделать. Раз, вот так вот пошла веточка. Посмотрите, сейчас глазки поднимите. Раз, вот так вот веточка пошла. Дополнительно. Вот сюда вот это веточки покажем. Дополнительные. В основном внизу мы видим ветки такие более широкие. Схема достаточно простая и очень-очень действенная. Раз сюда, видите, взаимозакрываемость сделали, на стволик зашли. Еще где-нибудь повыше. И вот так вот чуть по чуть тоже взаимозакрываем.
Чем выше, тем не обязательно делать двойные ветки. То есть не везде они есть. Сейчас после этого будем давать толщинки. Итак, продолжаем. Кто еще не закончил, отвлекитесь, посмотрите, потом продолжите. Даем толщинки, те же самые сосулечки. Концы они тоненькие должны быть. Ну, естественно, чем выше, тем тоньше начало, основание. То есть вот такие толщиночки мы даем нашим веточкам. Даем не всем, а только в основном нижним, потому что на верхние, я думаю, так понятно. Будете просто утолщать и утончать там, где нужно. Где-то до середины, либо чуть выше середины. Вот таким образом. Делаем. Когда вы это сделаете, я уже могу сейчас это сделать. Давайте. Стираем нашу компоновочную линию. Она нам уже не понадобится, а будет только мешать. Что одно, что второе. Так, такая у нас получилась елочка. Всегда можно что-то додумать, доделать. Например, где-то еще сделать. Если вам гуашь, я сюда рядышком положу белый цвет.
И у меня эффект гуаши появляется в красках. Коричневый цвет давайте не красный. Хотя, в принципе, можно и красный, но цвету все-таки добавить в него. Давайте основной цвет коричневый, а потом добавим местами либо холодный, либо теплый. И поехали. Накладываем. Цвет. Я думаю, суть вы уже поняли, ничего тут сложного нет. Работайте вместе со мной. По поводу вот этих вот веточек тоненьких, вы вот чуть-чуть пробельчик оставляете, маленький, хотя бы тонюсенький, чтобы не запутаться вам. Так, остановись. Хватит прыгать. Я все понимаю. И вижу, что нереально. В чем проблема, интересно. Потому что эту проблему я уже устранила, но она почему-то появляется. С фокусировкой. Так, делаем. Тут у нас на самом деле с вами пока что ничего сложного не происходит. Поэтому, когда начинает прыгать, давайте договоримся. Вы сильно на это не отвлекаетесь. Улавливаете суть. То есть каждый раз смотреть нет необходимости. Улавливаем суть. И вперед. Когда-нибудь эту проблему я устраню. У нас точно так же было в самом начале, когда я начинала вести группы с камерой. Тоже какие-то были косячки, но потом я устранила эти проблемы постепенно. Сейчас они снова появились, потому что я решила улучшить качество видеосъемки для вас. Вот, в связи с этим опять какие-то вылазят нештатные проблемы. Те, кто уже меня знают, они понимают, о чем я говорю. Чем более кривые веточки у вас получаются, тем все интереснее будет смотреться. Ветки, чтобы у вас не летали, обязательно цеплялись. Алло.
Что смешать для коричневого? У вас коричневого цвета нет. Если что-то особое надо намешивать, я об этом обычно говорю. Поэтому если у вас есть просто коричневый, просто берем коричневый. Если нет, тогда намешивайте зеленый с красным, чтобы добиться коричневого цвета. Мало ли у вас там три цвета основных, как говорится, помимо белого. Если так, то напишите «да», чтобы я ориентировалась, что у меня такие ученики тоже есть. Я намешиваю с белым, потому что, еще раз повторюсь, у меня акварель. Я все цвета буду намешивать с белым, все. Вы на это не обращайте внимания. Обращайте внимание только те, у кого такая же ситуация, как у меня. То есть нет под рукой полноценной гуаши. Старайтесь вот такие вот неровности показывать, то есть какие-то вот такие вот красивые веточки делать. И чем выше, тем так или иначе тоньше получаются ваши ветки. Да, хорошо. Едино буду, если что, проговаривать эти моменты. Красно-зеленым и по надобности можно еще добавлять в коричневый, чтобы чуть посветлее был, если надо, желтый плюс либо белый. Экспериментируйте. В принципе, этим могут заниматься все для того, чтобы свой багаж по смешиванию цветов разнообразить. Группа не называется у нас акварель. Группа называется «Авторская программа Анастасии Куликовой». Авторская программа у меня должна в шапке быть написано, какие материалы мы будем использовать. У нас используются материалы акварель, гуашь и цветные карандаши. На прошлом занятии у нас была акварель. В этом занятии у нас с вами гуашь. Стараюсь чередовать их. Ну, чтобы вы понимали, цветные карандаши, к примеру, они очень похожи на акварели. В каком смысле? По своей логике выполнения работы. То есть там в акварели, как и в цветном карандаше, не активный белый цвет. Поэтому нужно продумывать сразу наперед очень многие моменты.
Ну, в общем, под конец можете немножечко пофишковать. И где-то еще понапридумывать какие-то веточки. Так, чтобы елочка получилась очень интересная, разнообразная. Реалистичная. Так. В принципе, сейчас же мы можем сделать и темную часть. Либо светлую, на только же должен для себя определить, у всех разный коричневый. Если у вас как бы коричневый, то тогда вы должны на свету добавить. Давайте, допустим, свет с этой стороны, а тень с этой. Если у вас достаточно светлый коричневый, то тогда вам надо добавить темные цвета. Но у меня, как вы видите, достаточно светлый коричневый, поэтому я возьму и в свой коричневый добавлю, допустим, ну, к примеру, фиолетового, либо синего, чтобы сделать его потемнее. Ну, либо при смешении цветов красный, зеленый, больше зеленый. Ну или белого просто не добавлять. Светлурка такая. Белый все равно лично мне чуть-чуть надо добавить, потому что так или иначе у меня несколько иная ситуация. А вы смотрите по своей ситуации. В общем, делаем вот что. Посмотрите. Отвлекитесь. То есть более темный цвет показываем в теневой части. Ничего сложного. И потом под веточками тоже можем показать. Вот так вот. Ну, не под всеми, а только под крупными ее частями. Это нужно для того, чтобы нам организовать объемчик. Ну и правильную логику. Делаем со мной. Либо свет. Если свет, то наоборот с левой стороны подсветляем и сверху свет показываем, как вы уже поняли.
Делаем. Вперед. Делаем. Делаем и немножечко посматриваем иногда. Вот видите, сейчас, если я сейчас буду уже заходить в иголочки, вот она сложность. Очень вовремя остановились. Внизу можно будет оттеночек чуть-чуть поменять. Поэтому так по большей части с этой стороны.
помним, что гуашь в воде нуждается, но она ее не сильно любит, да? В отличие от акварели. В акварели мы действовали по-другому, да? То есть мы сначала листву делали, а потом уже разбирались с небом. Здесь лучше сделать так, из-за большого количества мелочей. Ну, из-за того, что гуашь не любит воду. Ой, не любит пробелы. Так, ну и постепенно, чем ниже, тем можно добавлять каких-то других оттенков и утемнять.
зелени. Это цвет морской волны зелень. Мы сейчас плавненько выйдем сюда, вот так мазочками. Где-то здесь. Где-то коричневый у нас прослеживается земля. В общем, разные пятна накладываем, как обычно. Мы уже начинаем к этому привыкать уверенно, да? Разные оттенки зеленого, коричневого пятнышками накладываем. Стараемся делать относительно плавные переходы, ну, насколько это получится. Делаем. Пятнышками стараемся какими-то, да?
Так, надо нижней частью разобрались. Сразу, а потом уже чуть позже сделаем травинки. Сейчас разберемся с небом. Пока я намешиваю оттеночек, беру побольше белого. Тут, кстати, могут быть облака, их можно сразу условно накидать. Сверху, помним, у нас темнее, да, к низу у нас светлее. Посмотрите, пока глазки оторвите. Можно вот таким образом, можно карандашом наметить, можно так, как вам удобно. Наметить приблизительные облака, хотя облака, знаете, они могут и сверху рисоваться. Вот раз облако туда заходит, вот это полноценное, допустим, облако вижу. И чем дальше, тем облака у нас уже. Это важный момент. Вот, к примеру, вот такие вот облака. И сверху делаем не потемнее, не светлее. Помните, до середины. Тут ничего сложного нет пока что, поэтому я делаю, не жду вас, потом чуть позже подожду. Вы своим темпом идете. И мазочками, мазочками. Поехали. Лучше работать полосочками по плоскости. Сверху вниз. Чтобы у нас оттеночек с вами был, ну, нужной консистенции. Постепенно белого прибавляем, чем ниже, прибавляем, чтобы небо у нас становилось к низу светлее.
Ну, вот тут очень аккуратненько стараемся действовать. Если что-то закрасьте, ничего страшного. Возьмете коричневый и сверху прорисуете. Главное приблизительно, чтобы очертания остались. Вот таким вот образом. Мазочками поехали, пошли. И постепенно-постепенно прибавляем больше и больше белого.
Делаем, делаем, ускоряемся. Дальше я взяла практически вот чисто белый цвет, да, и его уже на месте, да, намешала. И сделала еще светлее эту зону. Чисто беленькую. Опять. То же самое. В таком же формате будем работать над облаками. Помните, мы с вами упражнение выполняли. Гуаши от светлого к темному. Вот сейчас от белого к тому, который есть. Вот. Момент выполняется.
Так, итак, все у меня закончили уже. Да? В любом случае, времени осталось у нас немножко. Сейчас я покажу, как работать с облаками. С облаками мы будем работать, сразу белым цветом. Набираем белый цвет и накладываем его на облака. Можно даже чуть-чуть дать желтиночки в него. Почему? Потому что день солнечный и, соответственно, на белом цвете отражается солнце. Но наша задача не просто покрыть облака. Так, все оторвались, посмотрели. Одно облако показываю, дальше уже сами. А сделать еще плавные переходы в окружающую среду. Плюс создать теневые какие-то пятна на облаках. Но прежде чем создадим теневые пятна, нам надо сделать плавный вход в окружающую среду. И чуть-чуть такой голубоватый оттенок все-таки наведу кверху, потому что, видите, там потемнее. И еще раз аккуратненько где-то вот тут вот пробегусь по периметру облачка. Пробежались. Избавились от краски. Опять взяли беленький. И с плавненьким переходиком, пока у вас там еще все влажненько. Смотрите, как симпатично получается. Вот видите, облачко, оно более живое становится. Вот, и получается так, что где-то теневые части мы видим, где-то светлые, на которые свет больше падает. То есть не должно быть каких-то, ну, по крайней мере, в редких случаях, какие-то четкие линии мы видим. Если вы где-то слишком перетемнили, всегда можно взять чисто белый и высветлить эти зоны, потому что это гуашь, а гуашь перекрывается легко. Если вам где-то захотелось даже сделать дополнительное облачко, ну, какую-то зонку, раз и добавили его. Ну, естественно, чуть-чуть плавненько увели. То есть это все всегда можно сделать. В таком формате работаем. Все, теперь делаем вместе со мной, не ждем. Потому что сейчас мы делаем облака. После того мы делаем иголочки и даем травку, цветочки, как мы это делаем с вами обычно. В принципе, работы немного, но теперь я вас буду уже чуть-чуть поменьше ждать, поэтому ускоряемся. Работать я буду сразу со всеми облаками. Везде сначала наложу и также вам советую просто белый цвет по схеме, как я объясняла, на одном облаке. Потом плавные переходики от темного к светлому. И желтенький тоже можно сразу добавить.
Размываем чуть-чуть вот эти вот края. Получаются такие достаточно реалистичные, интересные облачка. Обращайте внимание также на ритмы. Что это значит? Это значит, видите, облака не одинаковой формы, да? А они имеют как-то вот свою форму, форма интересная достаточно. И реалистично, скажем так. Делаем. Пока вы делаете, я где-то сделаю потемней. То же самое и вам надо будет сделать с коричневым. Веточки, где они пропали в связи с тем, что мы с фоном работали. А не хотелось бы, да, чтобы они пропадали. Где-то подрисовать, в общем, их. И продолжаю делать иголочки. Так, опять у нас
Фокус. Фокус, фокус, фокус. Давай, 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 давай. Устаканивайся, что не так, что ему не нравится. Ну ладно, суть пока понятна. Делайте, не прекращайте. Скоро он успокоится. Главное суть улавливать. Рисуем белочки, иголочки. Пока посмотрите, я вам скажу, когда начинать. Важный момент, очень важный такой момент. Старайтесь рисовать эти самые иголочки на концах с выходом. Смотрите, вот так вот раз, вот так вот, как продолжение. То есть не вот так вот. Поняли смысл? То есть, ой, конец, чтобы у вас не вот такой был, а вот такой вот. Красивый. Ясно? Давайте рисуем. Чтобы каждая иголочка у вас была к кончику чуть-чуть как бы отдельно. Иголочки не должны летать, они должны цепляться. Мы потом еще покажем чуть-чуть цвета. Так что там, где у вас пробельчики, они подкрасятся. Взаимозакрываемость пока не лезем. Ну, могу показать, ладно, сразу, как с взаимозакрываемостью. Например, вот эта веточка. Посмотрите пока. Что спереди? Вот это спереди, значит, тут сзади. Вот так. И вот так вот организуем наши елочки, эффект пушистости. Так, есть такой интересный нюанс. Хорошо, что вовремя о нем вспомнила. Давайте-ка мы его сейчас остановились все, посмотрели. Вот этот момент.
Так. Мелкие не рисуйте, длинные тоже слишком.
В общем, организуем пушистость нашей елочки. Не забываем о взаимозакрываемости, то есть стволик перекрываем местами, да? И вот кончик нужно нам сделать красиво и аккуратно. Такой вот высокий. Дальше мы уже смотрим, где у нас достаточно скучновато. Можно еще что-то заполнить.
Далее можно сделать свет на каких-то моментах веля. Где у вас надо что-то выделить, например, теряется, добавляем вот такие вот оттеночки. Вот тут вот, посмотрите, у меня потерялось совершенно. Осталось совсем немножко. Давайте уже доработаем. И пошли у нас травинки, цветочки. Ну, это у меня уже мастера делать. Где-то, может быть, беленькие цветочки. Просто точечками вот так указываем. Где-то светленькие травинки, где-то темненькие. Но здесь у меня, так как все в основном светлое, лучше всего будет выглядеть темный эффект. У меня есть такая кисть замечательная. Она вот такая. Вот. И с ней получаются отличные травинки сразу помного. Там целые кустарники. Но смотрите, чтобы не спорилось сильно с самой елкой, лучше выбирать какие-то другие немножко цвета. Тоже цвет морской волны хорошо подойдет. Для каких-то элементов травы.
Обратите внимание, я траву накладываю. Дальше средний план, только намек какой-то. Сильно не увлекайтесь, чтобы у вас не перебивалась елка. В основном поработаем над передним планом. Так, ну, конечно же, цветочки какие-нибудь еще. У меня это немножко проблемнее выглядит, так как надо еще с красным намешать. Ой, красный с белым, чтобы оно видно было. Ну вот, допустим. У вас есть чисто красный, берите и используйте. Так. Ну вот, пошевелила. Ладно. В целом мы закончили. Такая у нас получилась работа. Можно, конечно, птичек там пририсовать. Мы можем для интереса, допустим, все-таки пририсовать. Вот так вот рисует Саня. Ну что-то темненькое надо еще подтемнить обязательно. Дать еще какие-то мазочки. Можно еще вот сюда одну птичку. Для живности композиции. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч.